Друзья, всем привет! Хочу поблагодарить вас за то, что вы смотрите мои видео, и хочу попросить вас о том, чтобы подписывались на мой канал. Много зрителей смотрят меня без подписки. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. И хочу еще сказать, что сегодня будет видео о двух орхидейках. Они попали ко мне на восстановление, их отдала мне моя зрительница. Она говорит: «Катя, забери, они, я не знаю, что делать, не восстанавливаются. Может, у вас они пойдут в рост, восстановятся». Вам вставлю фото этих орхидеек, когда они, ну, были принесены мной домой в июне. По-моему, 1 июня я их принесла. Мне их отдали без грунта. Просто вытащили с грунта, положили в пакетик и отдали. Вот. Я принесла домой их. Первым делом я напоила их стимулом, потому что корешки были закукленные. Их было немножко. По фото видно, которое я вам вставила, что не было новых ростиков. Только на вот этой орхидейке был один вот здесь вот ростик. Вот. Вот этот ростик вот был он. Вот. И, по-моему, еще здесь вот этот был раскукленный. Вот. А на этой орхидейке не было раскукленных корней. Вот. Эта орхидейка «Дикий кот». Она потеряла тургор. Хочу вам рассказать, что я делала. Первым делом я попоила стимулом. Замочила их, развела стимул, мочила корни. Вот. И благодаря этому эта орхидейка начала растить корешки. Смотрите, вот этот корешок начал расти, этот раскуклился, и вот еще с этой стороны, смотрите, вот корешок начал расти. Также орхидейка выпустила листочек, его не было. Вот так, то есть только на орхидейке «Дикий кот» была обработка один раз, я ей дала стимул. Это орхидейка Violet Queen. Это красивая орхидейка. Многие, я думаю, знают эту орхидейку. Вот. У меня в коллекции такая есть. И дикий котик у меня есть. Это вторая. Вот. Как я вам уже ранее сказала, что здесь уже этот корешок был. Он продолжил свой рост. Вот. И еще я ее тоже замочила в стимуле и положила сюда ватные диски на эти листики. Она тоже была, потеря у нее тургора, но сейчас видите, как немного уже лучше орхидейки. Тургор восстанавливается. Вот. И также начала расти вот корешок. Это новый корешок совсем, его не было. Вот он. Корешок. И вот здесь я не пойму, или этот цветонос вот лезет, или это вот здесь вот, или это корешок тоже. Но будем наблюдать, он пока остановился в развитии, в росте. Посмотрим, что это будет. Я посадила эти орхидейки одинаково. Посадила в кору архиату с добавлением орхидпон. Сейчас вам вытащу, покажу. Вот, я ее полила сегодня орхидпон. Такой грунт нравится орхидейкам моим, поэтому я использую такой грунт. Для восстановления тоже его выбрала. Вот так вот. Это мелкая фракция коры архиаты 6-9. Фракция. И на циолите она стоит. У меня там водичка. Вот. Здесь, конечно, листики, они большие.
не набрали еще тургора, так как корешков было совсем мало. Вот, поэтому набирает тургор. Постепенно, я думаю, листики поднимет. Будут крепенькие. Вот. И эта орхидейка тоже, смотрите, дала. Вот недавно я смотрю. Вот. Листик. То есть орхидейка восстанавливается и продолжает свой рост. Сейчас вам покажу. Плохо видно. Вот растет, вот листик. Я очень обрадовалась, что орхидейка пошла в рост, потому что она сидела. Еще была такая проблема с орхидейкой. У нее, как только я посадила в этот грунт, после того, как обработала стимулом, начали резко желтеть два листочка. Вот на фото, которое я вам ставила, там видно было 5 листиков, а здесь уже 3 листика. Вот, 2 листика стремительно желтели, правда, с конца до низу. Поэтому я не сильно переживала, но все равно я как бы взяла это на заметку и ее пролечила. Пролечила таким вот фунгицидом, он и бактериальный фунгицид, и от гнилей помогает, лечит. Это стрекар. Я 2 раза его использовала. То есть один раз обработала. Это я брала 2 миллилитра на сколько? На литр воды. 2 миллилитра на литр воды я использовала. Вот. Один раз, а потом через 16 дней еще раз обработала этим стрекаром. Тоже 2 миллилитра. А сейчас уже полила обычной сегодня водичкой. Вот так вот они у меня прошли, такие обработки. И вот так они сегодня выглядят. Все на сегодня. Спасибо за внимание. Рассказала вам об этих красивых орхидейках, которые пополнили мою коллекцию. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, лайкайте. Вот. Буду рада новым знакомствам. Пишите комментарии, если что-то непонятно, отвечу обязательно. Может, какие-то вопросы у вас возникают по восстановлению орхидеек, либо просто о разведении орхидейках. Пишите, я обязательно отвечу. Всего доброго, до новых встреч, мира, здоровья в каждый дом, благополучия. До скорой встречи!